Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Артем. И сегодня посмотрим на вот такую оперативную память. Это компания Goodram, серия Iridium, оперативка DDR4. Я вам покажу сейчас, как называются плашки. Сейчас наведется фокус. Вот сама маркировочка. Каждый модуль 8 гигабайт. В сумме мы получаем 16 гигабайт. Частота 2400 мегагерц. Конкретная маркировка оперативной памяти GoodRAM серии Iridium это IR 2400D 464L 15S 8G. Если зайти на официальный сайт компании GoodRAM, то можно увидеть несколько разновидностей памяти с незначительно отличающимися модельными маркировками. Можно подобрать любой понравившийся вам цвет радиаторов, который будет подходить под вашу конкретную сборку. Оперативная память набрана 8 микросхемами по 1 гигабайту каждая. Память одноранговая, об этом нам говорит буква S в маркировке данных планок. Чипы производит компания Micron и как правило используются чипы D9T2V. Не исключено, что в ваших планках могут использоваться чипы с другой маркировкой. Память работает на частоте 2400 МГц с таймингами 15, 15, 15, 39. Command Rate 2. Полную конфигурацию тестового стенда вы сейчас видите на своих экранах процессор Core i5-8600K, кулер процессора это водяная система охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer 240, материнская плата Ice Rock Fatality Z370 Gaming K6, версия BIOS 1.30, оперативную память вы уже знаете, видеокарта Asus Dual GTX 1060 на 6 ГБ, Накопители это SSD Plexter M5S и жесткий диск Seagate на 1 терабайт, корпус Fractal Design Definer 5 и блок питания Fractal Design Edison M на 750 Вт. Для начала я немного снизил рабочие тайминги оперативной памяти до 14-15-15-38 при штатной частоте 2400 МГц. В разгоне же мне удалось достичь частоты в 2700 МГц с таймингами 16-18-18-43 Command Rate 2. В вашем случае частоты в разгоне могут быть еще выше. Я видел тесты, где память стабильно работала на частоте 2800 МГц при более низких таймингах, чем у меня. Результат довольно неплохой, особенно если учитывать позиционирование серии Iridium как недорогой и доступной памяти. А вот серия Iridium X предлагает куда большие тактовые частоты. Средняя стоимость одной обозреваемой планки памяти составляет 5613 рублей по данным Яндекс.Маркета на момент записи видео. Конечно, сейчас оперативная память весьма недешевое удовольствие, но все вопросы нужно адресовывать производителям чипов памяти. В итоге при разгоне скорость чтения увеличилась на 3542 мегабайта в секунду, скорость записи увеличилась на 3008 мегабайт в секунду, а скорость копирования увеличилась на 1858 мегабайт в секунду. Однако что же на практике дают эти увеличившиеся цифры? Первый тест это рендер моего недавнего видеообзора роутера, Kinetic Giga в редакторе Vegas Pro 13. Данные по видео, по исходникам такие. Это 1080p, 50 кадров в секунду и видеопоток 50 мегабит в секунду. В итоге память с более высокой частотой справилась с задачей на 40 секунд быстрее. Что при времени рендера в полчаса можно списать на обычную погрешность. Следующий тест это работа с архивами, а в качестве программы для теста выступала 7-zip. Здесь также нет четкого лидерства, однако можно заметить небольшую тенденцию чуть большей производительности при более низких таймингах. Впрочем, для прояснения этого момента требуется провести еще ряд тестов. Теперь пришло время посмотреть на игры. Первая игра это Assassin's Creed Origins. Даже несмотря на то, что я использовал одно и то же место для прохождения, события на карте все равно менялись довольно непредсказуемо, и поэтому не стоит делать выводы только по одной игре. Тем более, что игра довольно ресурсоемкая и иногда показывает разные итоговые результаты. Следующая игра это Crysis 3, который все еще до сих пор актуален в части нагрузки на железо. И тут нет явного лидера в производительности или высоких частот, или низких задержек памяти. Последний игровой проект, который я задействовал в тестах, это Far Cry 4, где опять же не наблюдается лидерство между низкими таймингами и более высокой рабочей частоты памяти. Если зависимость в производительности на Intel Coffee Lake и будет проявляться, то явно на частотах оперативной памяти выше 2700 МГц. Так что, если будет возможность, я постараюсь проверить и этот момент. В итоге память серии Iridium от компании GoodRam показала себя с хорошей стороны. Даже на повышенных частотах работа памяти полностью стабильна, а относительная доступность позволит не переплачивать лишние деньги за планки других брендов. При этом можно получить радиаторы разных цветов которые хоть и носят декоративный характер, но отлично украсят ту или иную сборку в тех или иных цветовых решениях. Радиаторы вообще никак не выступают за пределы черного текстолита оперативной памяти, и это отличное решение. Так что можно устанавливать даже самые массивные системы охлаждения на центральный процессор и не бояться за высоту планок памяти. Что же, если видео вам было интересно, обязательно поставьте свои большие пальцы вверх, оставьте комментарий, если не сложно, Вступайте в группу ВКонтакте, все полезные ссылки в описании к этому ролику есть. До встречи в следующих видео. Пока-пока!